Я домовой. Я живу в этом доме. У меня есть подружка. Привет. Я давно не путешествовал. Я расскажу вам про маленькое путешествие, которое сделал вчера. Раньше я любил ездить, а теперь нельзя. Ну ладно. Смотрите. Сейчас мы едем путешествовать по нашему самому любимому месту. Я называю это царство цветов. Сейчас там нет цветов, но они были. Так закончилось и это маленькое путешествие. Много разных есть мест на свете, но в Израиле есть места, похожие на любую часть света. Так мне кажется. Мне тоже.